Всем добрый день. Меня зовут Илья Рудианов, ведущий менеджер по развитию компании Vox Implant. Сегодня мы открываем зимнюю серию Intercom Series. И в гостях у нас Тимофей Иванов, владелец продукта мобильного приложения Сбер. Будем обсуждать, в каких вопросах чат справляется лучше оператор колл-центра. Всем привет, рад быть у вас. Надеюсь, беседа будет интересной. Прежде чем начнем, пара организационных моментов. Первый, по мере беседы, пожалуйста, всячески призываем оставлять свои вопросы в чат. У меня здесь мобильный телефон. По мере беседы я буду их просматривать. Самые лучшие вопросы мы озвучим в конце беседы. И второе, связано с записью вебинара. Она придет после выступления, сразу к вам на e-mail, поэтому если по какой-то причине вам придется уйти, не волнуйтесь, вы ничего не пропустите, но хотелось бы, чтобы вы оставались с нами. Тимофей, привет еще раз. Привет, привет. Скажи, как вообще все это начиналось? Быструю какую-то ретроспективу пути чата в Сбере. Ну, давайте я, наверное, начну с того, что все зрители понимали, откуда я, чем мы занимаемся, и какой порядок цифр и терминов, которые будем использовать. Собственно, я представляю корпоративно-инвестиционный блок Сбера, Tribe-центр корпоративных решений. Немножко долго, но тем не менее хочу сказать. Кластер цифровые клиентские сервисы, и у нас большое количество команд, которые занимаются развитием текстового канала, чата. И одно из ключевых направлений у нас, собственно, это развитие автоматизации чатов, а именно развитие чат-ботов и ассистентов. Сейчас в Сбере обслуживается более 3 миллионов юридических лиц, начиная от маленьких индивидуальных предпринимателей и заканчивая большими, огромными компаниями. И у этих 3 миллионов юридических лиц более 3,5 миллионов пользователей, так как в отличие от розничного бизнеса у одной организации может быть несколько юзеров в удаленном банке обслуживания. И, собственно, чат – один из основных каналов общения клиентов с банком. Вместе сейчас порядка 300 тысяч чатов поступает в корпоративный блок. Сейчас это 5 каналов, из которых клиент может нам написать. Это неавторизованный канал на сайте Сбербанк.ру, на корпоративных страницах. У нас есть интеграция с мессенджерами, это WhatsApp, Viber. И 2 самых крупных канала – это чат в личном кабинете клиента, собственно, веб-версия Сбербизнес и мобильное приложение Сбербизнес iOS и Android. У нас всегда клиента встречает чат-бот, и сейчас чат-бот обрабатывает порядка 30% обращений. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что после того, как клиент пообщался с ботом, он не переведен на оператора. У нас нет жестких правил, чтобы оставлять клиента у бота, то есть мы достаточно лояльно переводим, если это необходимо. И несмотря на это, у нас такой высокий процент обрабатываемости чатов ботом. Хорошо, и тогда давай вернемся к главному вопросу, начнем сразу с него. В чем же чат-бот лучше и как, может быть, он помогает оператору, даже если не решает вопрос? Ну, наверное, стоит рассказать, как вообще чат-бот появился, и чтобы плавно подойти к тому, чего Давай. мы достигли, и, собственно, как бот нам помогает и нам, и клиентам, и оператору. Собственно, чат в корпоративном блоке появился в конце 2016 года, и понятное дело, что текстовый канал достаточно, ну, можно сказать, хочется автоматизировать, потому что клиент общается текстом. Не нужно там проводить какие-то манипуляции с голосом и так далее. И в конце 2018 года появился чат-бот. Сначала это было просто улавливались точные совпадения со словами. И, собственно, на основе этих слов была маршрутизация на определенные направления поддержки, так как есть, безусловно, разные направления поддержки. Ну, у такой большой организации, как Сбер, тем более у юридических лиц. Ну и несколько сценариев. Собственно, пилот был успешным, но понятно, что развиваться так дальше не могло. То есть должно быть точное совпадение по словам.
В конце 2018 года был осуществлен переход на NLP-платформу, NLP – нейролингвистическое программирование. Кратко в чем суть. Текст преобразуется в векторную модель, и этот вектор сопоставляется с идеальным вектором, и при определенной доле совпадения, соответственно, либо запускается сценарий, либо осуществляется маршрутизация. Собственно, начали с маршрутизации, первые результаты были ошеломительными. Количество переводов между различными направлениями сократилось на 20%. Вот что еще нас сподвигло на то, чтобы активнее развивать чат-бота. Собственно, в 2019 год чат-бот наполнялся новыми сценариями, и к концу 2019 года было уже порядка 11% обращений, которые закрывал чат-бот. Ну и, собственно, ключевой год, наверное, про который сейчас мы отдельно поговорим, и я отвечу на вопрос, в чем же преимущество бота, это 2020, потому что к концу 2020 года уже 27% обращений закрывались ботом, то есть рост более чем в 3 раза. И почему, благодаря чему же мы достигли такого большого роста в 2020 году, здесь стоит отметить несколько факторов, первый из которых – это разметка. Безусловно, просто так не могут появиться новые сценарии. Сценарии, ну, даже если эксперт будет их оценивать, все равно мы должны отталкиваться от того, что пишет клиент. Поэтому разметка – это один из важнейших процессов создания сценария, когда специально обученные люди – это обычные эксперты и бывшие операторы – читают диалоги и, собственно, обучают нашу модель, чтобы запускать тот или иной сценарий по тексту и, собственно, составляют сценарий. Второе направление, которое повлияло, это, собственно, улучшение самой модели. Наши Data Science специалисты усердно работают. Модель была полностью переработана в 2020 году. Третье – это появление различных визуальных элементов. Что имеется в виду? Появление кнопок, ну, то есть когда мы клиенту не просто спрашиваем, чтобы он ответил нам текстом, а сразу даем ему варианты ответов. Там, ну, самое простое – да-нет, но помимо кнопок у нас большой набор визуальных элементов. Это различные информационные карточки, чек-листы, списки, которые позволяют более нативно общаться с клиенту с ботом. Ну и последний фактор – это появление, ну, наверное, не появление, а развитие интеграционных сценариев. В 2020 году появилось большое количество интеграционных сценариев. Что имеется в виду интеграционных? Это персонализированные сценарии. То есть есть FAQ-сценарий, когда клиенту присылается инструкция, как ему осуществить ту или иную банковскую операцию, ну или какая-то помощь. Это может быть просто инструкция, может быть какое-то дерево, когда мы с помощью уточняющих вопросов понимаем, что клиент имеет в виду. А интеграционное – это когда мы клиенту, во-первых, предоставляем персонализированную информацию, во-вторых, у нас даже может клиент при общении с чат-ботом получить ту или иную услугу, заказать справку, выписку и так далее. Интересно. Еще раз хотел напомнить, что если есть какие-то вопросы по разметке или по сценариям, оставляйте в чате, мы ко всему вернемся. Такой вопрос, с другого угла зайдем. Скажи, вот бытует мнение, да, мы его тоже видим, что чат-боты, они выгодны в первую очередь компании. Такое мнение, поделись своими мыслями на этот счет, что можешь сказать? Ну, безусловно, наверное, сейчас уже общество более лояльно относится к виртуальному общению, общению с виртуальными ассистентами, операторами, но, тем не менее, все равно сохраняется мнение о том, что бот – это неудобно. Однако уже сейчас можно сказать, что общение с ботом выгодно в том числе для клиентов, и клиенты это замечают. Ну, первый фактор – это то, что простые вопросы бот обрабатывает быстрее, чем оператор. То есть, если нужно ответить на простой вопрос, бот отвечает мгновенно, клиент счастлив, он не ждет, когда подключится оператор,
Или даже если линия свободна и нет очереди, все равно оператору нужно некоторое время, чтобы прочитать текст, погрузиться в контекст, найти информацию, если он сразу ее не знает. Бот же отвечает мгновенно, клиент видит это и уходит удовлетворенный ответом. Второй фактор, почему клиентам нравится общаться с ботом, это опять-таки визуальные элементы, потому что, безусловно, когда общаемся с оператором, тоже можно использовать визуальные элементы, но опять-таки для оператора это дополнительная когнитивная нагрузка, когда какой визуальный элемент использовать, бот же мгновенно их отправляет, и клиенту не надо задумываться, как правильно ответить оператору или боту, чтобы он его понял. У него есть набор ответов или понятный визуальный элемент, где он быстро взаимодействует с удобным UX-ом и mm-hmm. проходит по сценарию, получает услугу или ответ на свой вопрос. Безусловно, мы стараемся, чтобы общение с виртуальным оператором было более человечным, и когда клиенты видят, что оператор чувствует, что оператор, виртуальный оператор общается с ним по-дружески, более человечно, то это тоже клиенты становятся более лояльными. Хорошо, а вот говоря о клиентах, да, продолжая эту тему, наверняка некоторые клиенты долго привыкают к чат-боту, да, и вот хотелось бы узнать, что Сбер делает для того, чтобы помогать к ним привыкать, может быть, да, что-то для того, чтобы приучать, да, к чат-ботам. И с другой стороны, есть ли какая-то статистика, понимание, какие операции лучше срабатывают, к чему уже клиенты привыкли, а к чему все-таки еще не до конца? Безусловно, наверное, самым лучшим направлением развития, чтобы клиенты привлекали к чат-боту, это улучшение непосредственно самих сценариев, повышение точности входа в сценарий, когда вариативность запроса клиентов увеличивается, и мы действительно отвечаем на тот вопрос, который задал клиент. Ну, это из очевидного. Но если посмотреть с другой стороны, то мы, в принципе, можем стимулировать клиентов, чтобы клиенты пользовались ботом. На самом деле, чат, если взять в целом, это такой чат внутри банковского приложения, это удобный инструмент, потому что мы можем предугадывать, где у клиента возникают точки боли или точки лояльности, потому что мы видим, где сейчас находится клиент, в какой части личного кабинета он находится, и мы понимаем, что здесь у него может возникнуть какая-то проблема, соответственно, или потребность в чем-то, и мы, если запустим чат из этого места, мы сразу можем понять, в каком направлении отвечать ему и, соответственно, создать грамотный сценарий чат-бота. Например, у нас в приложении есть такой инструмент, как Stories, когда в Stories клиенту демонстрируются различные услуги, и можно Stories и Marketplace. Marketplace – это, собственно, полка с продуктами, которые клиент может подключить. Mm-hmm. Оттуда можно запустить чат и сразу запустить интеграционный сценарий подключения, например, получения бизнес-карты. И так как клиент сам выбрал текстовый канал, мы понимаем, что он к нему лоялен, он готов общаться с ботом, ему удобно получить заказать бизнес-карту именно через такое взаимодействие. Также, когда клиент сейчас заходит в наш чат, он видит облако тегов, это список наиболее популярных вопросов клиентов, топ-10 вопросов, которые клиенты задают в чате, и на каждый из этих вопросов у нас есть сценарий, то есть клиент открывает чат, ну, раздел чата, у него есть вопрос, он сразу видит его на экране. И ему даже не надо писать текст, он просто нажимает одну кнопку, у него сразу запускается сценарий, он получает ответ. То есть, в принципе, при таком сценарии клиент может вообще в один клик получить ответ на свой вопрос. Ну, это супер быстро. И также при вводе текста мы тоже клиенту показываем топ совпадений по введенному тексту. И, соответственно, тоже запускаем тот или иной сценарий. Также у нас операторы могут переводить на чат-бота. Это касается больше всего продаж. Когда оператор продаж консультирует полностью клиента по тому или иному вопросу,
Клиент говорит, да, мне все нравится, я готов подключить услугу. И дальше оператор спрашивает, хочет ли он продолжить подключать услугу непосредственно в чате. Ну, так как клиент сам выбрал чат, опять-таки он лоялен к этому каналу. И тогда клиент переводит, оператор переводит на чат-бота, и сразу запускается сценарий интеграционный, опять-таки сценарий подключения услуг, подключается в чате, и клиент довольный уходит с подключенной услугой. Вот, по поводу довольного клиента. Скажите, вы как-то отслеживаете, что клиенты думают по поводу чат-ботов? Есть ли какая-то такая статистика или нет? Ну, безусловно. Ну, во-первых, наши сценаристы очень активно читают переписки и видят, на каком шаге отваливается клиент сценарий, если отваливается. И, соответственно, сценарий такой ежедневным трудом корректируется, чтобы точность завершения сценария чат-ботом тоже увеличилась. Но помимо этого у нас есть другие инструменты. Мы по завершению чата клиент может оставить комментарий, он может заполнить опрос, где подробно написать, что ему понравилось, что не понравилось. Ну и у нас есть команда клиентского опыта и отдельный коллега, который сквозь весь текстовый канал проходит пути клиента и возвращается к нам с обратной связью, говоря, что где, как лучше доработать, чтобы клиенты были более лояльны к боту. Здорово. Ну, наверное, будем закругляться с этой частью и перейдем к вопросам. Последнее, что хотел спросить, Тимофей, давай про будущее. Что в этом году планируете внедрить, может быть? Как вы знаете, в Сбере, сейчас Сбер это в принципе не только банк, это большая экосистема различных направлений поддержки всей жизни. И сейчас появляются во всех этих приложениях семейство ассистентов Салют. И мы, как часть Сбера, тоже, безусловно, поддерживаем это направление. Собственно, что дает это? Во-первых, это более человечное общение, там можно выбрать различных персонажей. Это общение с помощью голоса, с интонациями. То есть мы еще более персонализированно и лояльно общаемся ассистентом с помощью бота. Ну и, собственно, пытаемся сократить, переходя на ассистента, соответственно, мы сразу пытаемся помочь клиенту в один шаг. То есть клиент задает вопрос, мы пытаемся сразу понять, какой сценарий ему нужен, чтобы сократить количество действий, и клиент получил услугу, грубо говоря, в один шаг. Интересно. Ну что, перейдем к вопросам. Их немало. Вот первый вопрос от Ольги. Если можно, расскажите, пожалуйста, как формируется сценарий. То есть более подробно о сценариях, по всей видимости. Ну, первый шаг – это, собственно, мы видим, когда оператор общается, ну, если даже посмотреть на там, пару лет назад, операторы заполняют классификатор обращения. И, собственно, мы можем посмотреть топ-тематик, по которым обращаются клиенты. Если, соответственно, какая-то тематика у нас выходит в топ, ну, а банковская деятельность меняется, соответственно, этот топ постоянно меняется. Понятное дело, что эту тематику нужно автоматизировать. Анализируется то, ну, у нас есть специальная роль, сценарист, который анализирует, собственно, вот эти топ-тематик, выбирает из них то, которое нужно автоматизировать, изучает процесс, как это можно, ну, давайте, определяет, какой лучше сценарий использовать на этом шаге, информационный или интеграционный, то есть если клиент, там, у него есть какой-то запрос по формированию какого-то документа, то скорее это интеграционный. Если нам нужно просто помочь клиенту снавигироваться по приложению или по личному кабинету, то это информационный или там работа каких-то подразделений и так далее. Дальше, соответственно, создается скелет этого сценария и согласуется с бизнес-заказчиками, выверяются текстовки согласно текстовому стандарту, который у нас есть, для того, чтобы клиенту было понятно. При необходимости эти сценарии анализируют, собственно, наше подразделение клиентского опыта, и дальше этот сценарий попадает чат-бота. Вот, пока говорим о сценарии, еще
один вопрос от Евгении. Можно ли поподробнее про интеграционный сценарий, может быть, простой пример, чтобы сразу стало понятно? Простой пример – это формирование выписки. В чем сложность интеграционных сценариев? В том, что интеграционный сценарий требует доработки не только чат-бота, но и смежных систем банка. То есть нам нужно либо смежным подразделением доработать свои системы так, чтобы бот мог получать из них эту информацию. И сценарий по созданию выписки – это один из самых топовых сценариев. В принципе, он достаточно простой, но, тем не менее, объясняет суть того, что такое интеграционный сценарий. Клиент говорит: «Хочу выписку». Бот спрашивает, за какую дату клиент хочет выписку, по какому счету или по всем счетам. То есть мы уже предоставляем клиенту список счетов, потому что мы знаем, что это за клиент. И дальше эта выписка формируется, он может скачать ее непосредственно из интерфейса чат. Надеюсь, ответил на вопрос. Если нет, задавайте еще. На другую тему. Ирина спрашивает, скажите, пожалуйста, нужно ли делать в боте кнопочное меню или лучше общение без кнопочного меню? Вопрос интересный. Кажется, что кнопочное меню делать нужно, потому что это удобнее для клиента и повышает процент входа. Тут, наверное, процент прохождения сценария. Тут можно сказать, что если бы кнопок не было, вариативность была бы больше, но это решается тем, что с помощью уточняющих вопросов. То есть если есть несколько похожих сценариев, можно сделать ветвление, когда клиент спрашивает, например, какой-то вопрос, и мы уточняем его, что конкретно его интересует. Да, и так как это кнопки, то это будет быстрее, но тем не менее клиент все равно в конечном счете получит ответ на свой вопрос. Если бы кнопок не было, клиент мог бы в следующий раз опять задать вопрос, сформулировать его так, что модель бы его не распознала, и в итоге дольше получил бы ответ на свой вопрос, и нам бы пришлось бы задействовать оператора. Анатолий спрашивает, подскажите, как вы решаете ситуацию, когда пользователь спрашивает у бота несколько разных вопросов в одном сообщении? Имеется в виду, прям если в одном сообщении, то, в принципе, я частично ответил прошлым вопросом на этот ответ. Но у нас на самом деле есть мысли по... Еще есть обратная ситуация, когда клиент может в нескольких сообщениях задать один вопрос. Что тоже нетривиально. Соответственно, есть механизмы, как можно распарсить или склеить текст в один. Но если несколько вопросов в одном сообщении, немножко сложнее, здесь только уточнение может помочь. Интересно. Вопрос от Елены. Сократил ли бот в вашем случае время решения проблемы клиента с момента обращения до завершения дела? Безусловно. Вот такой ответ. Следующий вопрос от Рената. Есть ли голосовые боты, которые распознают голос и отвечают по сценариям? И если да, то на какие сценарии? Здесь отвечу двумя направлениями. Первое, поделюсь нашей небольшой гордостью. У нас, в принципе, в чате, в мобильном приложении, в корпоративном чате мобильного приложения Сбербизнес, можно не только текстом задавать свой вопрос, но и с помощью голоса. То есть, нажав на одну кнопочку, у нас текст транскрибируется, голос транскрибируется в текст, и когда бот отвечает, соответственно, это тоже озвучивается. То есть, в принципе, заказать ту же выписку или справку можно вообще не касаясь экрана телефона. Это такая наша фича, как можно с интерфейсом взаимодействовать голосом. Другое направление, это помимо бота в чате у нас есть еще и ассистент на голосе. Ее зовут Анна. И, собственно, у нас сейчас они развиваются синхронно и параллельно. У них единый реестр сценариев. И сценарист, когда пишет сценарий, он пишет его не только для чат-бота, но и для ассистента на звонке. Естественно, с вариациями, так как в чате это будет визуальный текст или как минимум в том числе визуальный текст, а на звонке это будет только голосовое взаимодействие. Интересно.
Еще один вопрос от Ольги. Есть ли какие-то определенные тематики, с которыми бот разбирается лучше и быстрее, чем человек? Вот именно тематики какие-то, которые ты бы мог выделить, может быть, над другими? Но здесь, наверное, стоит отметить, что бот быстрее, чем человек, решает те вопросы, которые, в принципе, легко автоматизировать. Или, ну, в принципе, и клиенты к этому лояльно относятся, когда они понимают, что там формирование выписки, ну, это, в принципе, для этого не нужен человек, да, это может сделать чат-бот. Или отзыв платежа, или создание платежа, да. И, например, когда клиент, ну, наш корпоративный клиент сделал какой-то некорректный платеж, и он там судорожно пишет в чат: «Хочу отозвать платеж». Mm-hmm. Мы не просто говорим ему: там, «Иди туда, вот так вот там в интерфейсе ты можешь отозвать это платеж». Это человек, это я обычно, да. А мы помогаем клиенту отозвать платеж непосредственно в чате, то есть он там за несколько секунд, там, и, ну, или минуту, в зависимости от того, как клиент заполняет взаимодействие с интерфейсом, с помощью кнопок отзывает свой платеж и уходит довольный, так как мы не просто сказали, где ему это сделать, а сразу в моменте помогли, и оператор, наверное, бы потратил на это больше времени, а это важная для клиента операция. Здорово. Еще один вопрос, к сожалению, нет имени. Как боретесь с фразами, которые бот не распознает из-за, к примеру, невнятного произношения или внешнего шума? Ну, мы говорим все-таки о боте в чате. Тут, собственно, клиент пишет. Это все реализуется только с помощью обучения модели. Ну, то есть даже если клиент невнятно напишет текст, все равно модель на это среагирует, потому что там орфографические ошибки для нее не проблема. Сразу еще один вопрос от Ирины. Работаете ли вы над тем, чтобы делать меню бота под каждого клиента свое? Например, пишет клиент, у которого карта блокирована, и ему выпадает меню «Разблокировать карту». Ну да, это как раз-таки касается персонализированных интеграционных сценариев. У нас сейчас есть активность у нашего всего текстового канала, когда мы, ну, в ближайшее время должно выйти в прод, когда клиент сразу при открытии чата видит события, которые у него произошли на банковской части. То есть, в принципе, он открывает чат, а мы уже знаем, можем предугадать вопрос, по которому он к нам обратился, да, например, у него заблокирован счет или еще какая-то проблема, и мы сразу говорим ему о том, как эту проблему решить, и даже на самом деле до бота не может не дойти, но если клиент все-таки хочет подробнее понять, как решить его проблему, он может из интерфейса чата на это уведомление нажать, и у него сразу запустится сценарий, где более подробно будет рассказано о том, как его проблему решить. Интересно. Вопрос от Дмитрия. Как боретесь с опечатками в вопросе? Ну, я уже на этот вопрос ответил. Да, да, но я должен был задать. Обещали всем. Еще один вопрос. Планируются ли исходящие коммуникации с клиентами через бота? Это сложная тема, потому что здесь надо очень аккуратно к ней подходить. Исходящие коммуникации, если еще и от бота, то, ну, могут встретить клиента не очень лояльно, так сказать. Вот. Но, безусловно, если мы будем выводить клиенту важную для него информацию, ну, например, то, как я сейчас привел пример, что когда клиент открывает чат, мы показываем, какая у него есть проблема. Mm-hmm. Если мы эту проблему будем сообщать исходящим чатом, то, соответственно, клиент будет еще больше доволен, потому что он может даже еще о ней не знать, а мы уже ему о ней сообщаем. Ну и, безусловно, такая коммуникация, она для нее не нужен человек, угу. Но это тоже функционал бота, поэтому да, почему нет. Вопрос от Марины. Сравниваете ли вы бот в банке для розницы и для бизнеса? И где эффективнее, где лучше клиент воспринимает общение с ботом? Ну, безусловно, мы сравниваем. Мы активно общаемся с коллегами из розничного блока. Я не возьмусь сравнивать,
нашего бота и розничного бота, потому что это ну, разный подход к поддержке, все-таки юридические лица и физические лица, поэтому такого сравнения мы не проводим, мы скорее обмениваемся опытом и какими-то фичами. Новый вопрос от Анатолия. В каких каналах коммуникации работает ваш бот? Анатолий у нас сегодня в топе. Анатолий в топе, да. В каких каналах, да? В каких каналах? Ну, повторю, я вначале об этом сказал. Собственно, у нас сейчас бот есть на сайте и в авторизованных каналах Сбербизнеса, в мобильном приложении и в вебе, веб-версии Сбербизнеса. Так. Новый вопрос от Евгении. Какие у вас есть триггеры на переключение с бота на оператора, кроме кнопок? Может быть, повторное одинаковое обращение? Ну, я не буду здесь раскрывать всех секретов, какие триггеры перевода на оператора. Хороший вопрос, Евгений. Все-таки мы заинтересованы в том, чтобы у нас процент автоматизации рос. Но повторю еще, что мы достаточно лояльны клиенту. Наша первоочередная задача – решить его вопрос. И как только мы понимаем, что нужна помощь оператора, мы сразу на него переводим. Так, ну что? Вопрос. Возможно ли из диалога с ботом инициировать клиенту звонок с оператором? И это, пожалуй, последний вопрос будет на сегодня, если только вдруг не появится еще. Пока такой возможности нет, но, как я уже сказал, сейчас идет к тому, что, в принципе, неважно, как мы общаемся с клиентом, ну, то есть клиенту неважно, по сути, ему надо ответить на вопрос. И, собственно, развитие наших ассистентов в нашей экосистеме Сбера предполагает общение и текстом, и голосом, и даже жестами. Ну что, пожалуй, все. Будем закругляться на сегодня. Тимофей, спасибо, что пришел к нам в гости. Думаю, нам удалось охватить достаточно большой пласт вопросов и тем. Напоминаю еще раз, что сразу после вебинара вам на почту придет запись, вот буквально через минуту-другую. А уже в следующий вторник, в 17 часов, выйдет второй эпизод Intercom Series на тему автоматизации входящих звонков с помощью ботов. А в гостях к нам у нас будут уже спикеры из Яндекс Яблока и iGoods. На этом все. Тимофей, спасибо. 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 Рад был пообщаться. Всего доброго.